Всем привет, друзья! Сегодня решил поиграть в GTA 5, одиночку. Да-да, не онлайн, и просто катаюсь. Я наткнулся на DPS-ников. Уже лет 5 играю, и только сейчас заметил, что оказывается здесь стоят патрули. Первым делом, я решил проверить, примет ли меры НПС легавый против водителя НПС, если тот нарушит закон. Первый раз у меня не получилось. Я также прыгнул. Меня размазали по всему асфальту. Еще сзади ехал грузовик. Водителю грузовика было ПБУ, что там за плашмя валяется. И тот надавил на газ. ДПСник стоял на месте, не шевелясь. Я подумал, что он зевал. Либо ковырялся в носу, а может он просто не доел свой пончик. И тут я попробовал второй раз, и вот что из этого вышло. НПС полицейский, действительно согрелся на НПС водителя, даже не на меня игрока. Что удивительно, обычно все НПС настроены против живых. Это хорошо, что Рокки проработали столь мелочный скрипт. Но мне как игроку и фанату, очень это понравилось. Я даже возлюбил ее. Да я и всегда любил же это опять одиночку. Не онлайн. Про онлайн это отдельный случай. Вы подумали, что на этом все. Но вы ошибаетесь, как и я ошибался. Куда же поехал полицейский? Я решил проследить за всем этим. Как мы видим, патруль вызвал подкрепление. И тут уже полицейские гоняются за этим преступником. Полицейских причал. Стой, стрелять буду. Но преступник, как мы видим, не останавливается. Давайте проследим, что же из этого выйдет. Полицейский ему кричит: «Не хочу тебя убивать». Я тут подумал, может он сядет ко мне в автомобиль. Но почему-то тот не захотел. Неловко вышло. Он сам бросился ко мне под колеса. Вы же видели? Пишите в комментариях. Смотрите, как же классно продуман этот скрипт. Даже ОМОН уже на подходе был. Полицейский зачистил место происшествия и пригрозил мне: сопротивишься аресту, получишь пулю. Очень красноречиво. Вы не думаете, я хотел его тут же и закопать, но сдержался. Ведь он хороший парень, блюстит закон. Что тут еще можно сказать? А все начиналось с обычного дня. Я просто катался по шоссе, увидел патруль, спровоцировал аварию, где стал виновным гражданин. Тот, который останется, валится тут в пустыне. Смотрите, вроде бы ничего, но уже целое событие. Даже игра попросила сохранения, так как тут было очень много действий, которые коснулись продолжения сюжета. На этом видео подходит к концу. Не забывайте комментировать, а также оценивать мое видео. Всем удачи!